Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня для меня, как для мамы, у нас очень кайфовый выпуск. Мы с вами будем говорить об одежде малыша в год и 3 месяца. То есть это наши must-have гардероба моего сына Рэма, которыми мы пользуемся. И та одежда, которую я совсем-совсем недавно ему приобрела. На самом деле, по поводу одежды мы с вами очень давно не говорили. А все потому, что в последние месяцы жизни моего ребенка для нас в нашем гардеробе в основном существовали только боди, может быть, в лучшем случае какие-нибудь там треньки, слипы. И, в принципе, вот в нашей ежедневной жизни я понимала, что из одежды нам не нужно ровным счетом больше ничего. Все потому, что ребенок активно начинает познавать мир, он ползает, он еще не ходит, он мажется едой, он вечно все разбрасывает, и поэтому покупать ему какую-то классную, красивую одежду смысла нет никакого. Но все поменялось буквально месяц или два назад, когда я поняла, что мой ребенок растет, он уже начинает учиться ходить, он уже чисто морально, может быть, даже вырос из слипов, боди, и мы уже начинаем на него одевать маечки, надевать штанишки, надевать какую-то обувь. В ход уже летом сейчас идут головные уборы также, и поэтому я поняла, что пришел тот момент, когда мы можем обновить гардероб малыша, и тут я могу оторваться и купить своему ребенку наконец-то хоть что-то классное, красивое, то, что мой ребенок может на себя надеть, и что может быть не только практичным, но и также немного, может быть, для радости души мамы, также и красивым и модным. Также напомню, что когда мы приехали сюда, в Ригу, у нас с собой был всего лишь один чемодан, и нам нужно было взять абсолютно все для комфортного существования ребенка, поэтому одежды у меня было очень-очень мало. И тут я с большим-большим удовольствием отправилась в онлайн-магазины и начала смотреть, что же есть предложение, какие скидки, и чем я могу пополнить наш гардероб летом. И первое, с чего мы можем начать, это, конечно же, майки. Какой пацан может обойти свою жизнь без майки? В магазине Reserved я нашла очень классную, классные качественные маечки. Отделка этих маек мне очень-очень понравилась, поскольку она такая полурваная, полуотделанная. Само качество маечки очень хорошее, и даже после стирки все остается на своих местах. Рукавчики очень красиво здесь подогнуты, и плюс прошиты, чтобы эта подогнутая часть, она не отворачивалась. Низ у этой маечки такой, здесь у нас ананасик и обычный край. Еще одна майка из того же Reserved, вот такая вот черная обычная. Здесь батарейка и написано Sun. То есть это по-английски сын. Помимо качества, большое удовольствие в покупке этих маек было то, что каждая из них стоила там, по-моему, это 1,5 евро, это что-то 2 евро. То есть скидки были очень-очень хорошие. И я взяла для него сейчас 80-й размер и купила прям по 3, по-моему, майки каждую, и белую, и черную. Были там в Резерве еще всякие разные очень классные серые и других цветов. Хотя вы знаете, что я не по цветной одежде, мне нравятся очень такие спокойные оттенки и минимум всяких разных аппликаций. Но, к сожалению, другие купить не смогла, просто потому что размеров не было. И что касается резервов, то я заметила, что некоторые предметы гардероба у них маломерят. То есть это маечка 80-й размер, и она Рэму прям впритык-впритык. Хотя в других магазинах 80-й размер ему может быть даже еще немного великоват, ну или просто в пору. Еще из резерва также на более холодное время мы купили вот такие вот толстовки. Это одна из моих самых-самых любимых. Она очень приятная на ощупь, материал действительно очень приятный. Внутри она вот такая тепленькая, очень приятная. И что здорово, в нижней части есть вот такие два разреза. Это означает, что ребенку будет очень комфортно ее носить, и она не будет задираться наверх. А такого плана толстовки я на ребенка одеваю просто в более прохладное время, когда вроде бы тепло, светит солнышко, но в то же самое время недостаточно прохладно, чтобы одевать на него легкую курточку. Также здорово, что здесь на плечиках есть две кнопочки, которые можно раскрыть для того, чтобы легче надеть на ребенка эту толстовку. Хотя с точки зрения качества здесь есть минус. Сама кнопка очень крепко держится, то есть ее сложно открыть. И в процессе открывания ты просто ее разрываешь. Вот здесь вот этот материал, и вырываешь эту кнопку из основания. Поэтому я ее, в принципе, не открываю. Эту толстовку я могу спокойно надеть на ребенка и не раскрывая эти кнопки, но это то, что нужно учесть, если, например, вы купили толстовочку и есть необходимость эти кнопки открыть. Еще одна вот такая вот красивая толстовка, тоже с разрезами снизу, также от Reserved, она белого цвета, здесь все-таки есть аппликация, написано Earth Day Every Day, то есть это день Земли каждый день.
Ну, в общем, не знаю, я приняла в этом случае вот такую вот аппликацию просто потому, что она не такая цветная и не такая навязчивая. То есть здесь такие пастельные оттенки, и очень даже как-то они в глаза не бросаются. В свою очередь, сама толстовка белая, очень красивая, очень приятная, и также внутри она утепленная. И опять же, если говорить про белый цвет и про светлые оттенки в гардеробе ребенка, я их абсолютно не боюсь. Я не знаю, я как-то даже что касается бодиков и так далее, никогда не боялась белого цвета, и, по-моему, даже этот цвет, он в нашем гардеробе преимущественный, просто потому, что он мне сильно-сильно нравится, и как-то получалось всегда отстирывать, но посмотрим, что будет с этими вещами, когда мой ребенок по большей части летом находится на улице и на природе. Так, следующие свитера и толстовки из Зары. Эту толстовку я вам уже показывала. Ее я купила, на самом деле, еще в Санкт-Петербурге. После стирки она у меня такая сильно мятая. Но для ребенка, для ежедневного его пользования, очень отличная вещь. Ее я также приобрела на скидках, по-моему, евро 6 или 9, что-то она стоила. Ну, в общем, эту толстовку совсем не жалко марать. Из более красивых вещей, которые мы здесь купили также в Риге, это уже на выход, не по саду бегать. Он очень приятный по качеству. Вот краешек отделан так. Ну, уже не говоря о том, что на ребенке этот свитерок смотрится просто восхитительно. Цвет у него такой бледно-бледно-бирюзовый, и размер здесь 9-12 месяцев 80. Зара, она очень большемерит, ну или, по крайней мере, все, что я покупала для своего ребенка, то, что на 12-18 месяцев, мы прям в этом во всем тонем. Ребенок у меня 82 сантиметра ростом и 10-800 вес, но в одежде Зары он действительно тонет. Поэтому последние свои покупки я все в основном брала 9-12 месяцев, то есть это 80 размер. Хотя другие бренды, опять же, лучше бы брать 86 размер, то есть это 12-18 месяцев. Второй свитерок из Зары вот такой белый с полосками в клеточку. Тоже очень-очень приятный. Очень красиво он смотрится с джинсами, очень красиво смотрится с шортиками светлыми. Да, в принципе, в общем, такой свитер можно одеть на что угодно. И этот как раз-таки один из тех редких случаев, когда из Зары я взяла размер побольше. Просто маленького уже не было. Здесь 12-18 месяцев и размер 86. И тут очевидно можно наблюдать, что этот размер Рему сильно-сильно великоват. Тут рукава нужно подворачивать, и, в общем, он очень свободно себя чувствует в этом свитере. Но ничего, будет на вырост и будет дольше эту вещь носить. Так, также из Зары у нас есть вот такая вот спортивная обычная толстовочка. Ее я взяла просто потому, что у нее есть очень теплый такой двойной капюшон. Она у меня тоже большого размера, 12-18 месяцев. Собственно, на Реме она такая сильно свободная. Но, опять же, ничего, все на вырост. И еще из красоты у меня есть вот такая льняная рубашка. Тоже из Зары. Здесь у нее есть очень красивый капюшон. И эту рубашку я взяла как раз-таки на очень такое теплое время, когда сильно светит солнце, и ребенка нужно уберечь от солнечных лучей, чтобы он не обгорел. Потом у нас есть вот такие вот отличные тоже льняные штанишки на летнее жаркое время, когда, например, в джинсах или в трениках ребенку очень-очень жарко, тогда мы будем одевать вот такие льняные штаны. Также у нас в Риге есть магазин Пепка. Это такой очень демократичный магазин, в котором за очень хорошую цену можно купить действительно классные вещи. И вот там я откопала вот такие вот красивые синие штанишки. Очень-очень неприятные, очень легкие на летнее время. Внизу есть резиночки, которые также позволяют штанишкам оставаться на месте. Сверху завязочка, кармашки, и на попе также два кармашка. Стоили эти штанцы 4 евро. Очень прекрасно. И тут моя любовь. Господи, как же мне нравится, как на Рэме смотрятся вот такие джинсы свободного кроя. И причем джинсы такие классические, такого классного синего цвета. То есть они не слишком темные, они не слишком светлые, и они прям вот такие, как надо. Этот размер я взяла 80-й, то есть это маленькие, поскольку другие джинсы, их покажу сейчас через минуту, они у нас как раз 12-18 и
еще, мне кажется, нужно месяца 2-3, пока Рэм сможет эти джинсы одеть. Поэтому эти конкретные я заказала 80-го размера, и они на нем просто сказочно, по-моему, сидят. В задней части здесь есть очень крутые карманы с такими полосками и потертостями. Смотрится просто круто. Снизу здесь также есть подворотики, которые позволят нам эти джинсы носить дольше время. То есть мы сможем их отвернуть, и тут вот такие вот еще швы для того, чтобы модель сидела хорошо на маленьких ножках. И на самом деле джинсы — это тот предмет гардероба, который я отказывалась очень долго ребенку покупать, поскольку я очень не любила, как смотрится на маленьких вот таких малышах джинсы. И я поняла, что мне именно не нравилось. Мне не нравятся модели типа скини, которые вот прям как леггинсы одеваются. Их я сильно не люблю. Но вот такие вот джинсы, которые вот создают такого маленького рэпера, это прям моя любовь. И вот вторые наши джинсы, они уже немного более светлые, немного более широкие. Вот такие. И что, кстати, в Заре круто, несмотря на то, что это слишком большой размер, неважно. У них есть здесь резинка, которая помогает ребенку немного-немного утянуть эти джинсы, если нет пояса. И также вот здесь в джинсах есть вот такие вот резиночки с кнопочками. Я на самом деле не знаю, может быть, они предназначены для подтяжек, хотя не сильно понимаю, как бы это все дело работало, потому что здесь есть просто резинка, кнопка и три вот таких вот отверстия, но я как-то в своей умной голове сделала вывод, что это просто, чтобы еще немного утянуть пояс, и чтобы он сел лучше на ребенка. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Папа, напишите мне в комментариях, кто знает, правильно ли я поняла вот эти штуки или нет. И тут, смотрите, какая прелесть, господи, вот это прям моя радость-радость. Это вот такой вот комбинезон, шортики джинсовые, тоже от Зары. Блин, я так хотела эти шорты ребенку, я их пыталась купить в Санкт-Петербурге еще, по-моему, месяца 2 назад. Но как только они на сайте Зары появились, так тут же они из этого сайта исчезли. То есть невозможно было их купить, они были распроданы прям, мне кажется, в секунду. И тут сейчас, в Риге, когда я шерстила сайт Зары, я вижу, что эти шорты есть, и я поняла, что все, их нужно брать. Поскольку они настолько красивые, такие какие-то милые, я прям не могу. И мне очень-очень хотелось на Рэма такие именно надеть. И надев, я поняла, что не ошиблась, и мне, как маме, прям вот на него смотреть одно сплошное удовольствие, поскольку комбинезончик такой смотрится очень-очень круто. Его можно одевать и с майками, и с байками, и со свитерками, да господи, со всем чем угодно. От той же Зары есть джинсовка, она у меня немного мятая, поскольку я ее только-только постирала, размер 12-18, тут как раз-таки запасом, просто потому что я допускаю, что куртка или джинсовка, она может быть размером больше. На Рэма я одеваю ее, подворачивая вот так вот рукава, и тогда ему очень комфортно в ней ходить. И что, в принципе, очень классно в Заре, с точки зрения качества и удобства пользования, что все кнопки на джинсах и на куртках джинсовых, у них кнопки. То есть тебе не нужно париться, их открывать и закрывать. Очень удобно, быстро и просто. Джинсовку эту также я одеваю совсем подряд. То есть это майки, байки, свитерки. Все зависит от погоды и от того, насколько прохладно либо тепло на улице. Для жаркого времени, когда солнце прям светит, у нас также есть всевозможные головные уборы, то есть в основном дома, когда мы занимаемся там своими делами в саду и отдыхаем, или на пляж едем, или в парк, то мы, как правило, одеваем панамку, просто потому что панамка, хоть она и комично смотрится, и лично мне не нравится, как она выглядит, все равно эта панамка, она лучше защищает ребенка от солнечных лучей, чем любой другой головной убор, просто потому что здесь у нее поля по всему краю. Следовательно, защищены не только личико и лоб, но и также плечики и шейка, и ушки в том числе, чтобы они не обгорели. Это очень-очень классная вещь. И что очень классно, еще вторая у нас панамка, она двойная. То есть ее можно одевать такой с голубой стороны, есть завязочки, если ребенок пытается скинуть эту панамку и вечно ее снять, ну и также можно ее вывернуть на другую сторону, и вот здесь такая вторая сторона с динозавриками. Причем, когда ты выворачиваешь эту панамку в другую сторону, здесь есть специальные дырочки, ты можешь завязки убрать, и прекрасно она тогда будет завязываться, опять же, снизу, поскольку здесь так ты не завяжешь с этой стороны. Ты просто эти завязочки продеваешь обратно,
и вуаля, можешь завязать. Мой ребенок особо эти шапки не скидывает, поэтому я спокойно эту завязку еще могу завязать снаружи. То есть затянуть ее в задней части его головы, и, в общем, она прекрасно сидит у него на голове. Эти две панамки, они из H&M. И, кстати говоря, про магазины я не буду оставлять в этот раз для вас линки, просто потому что многие вещи были куплены на распродажах, а многие вещи, в свою очередь, они постоянно есть в каталоге либо Zara, либо Reserved, либо H&M. Поэтому, когда показываю каждую вещь, вам называю, откуда эта вещь, поэтому отправляйтесь просто на сайты этих магазинов, и там в соответствующем разделе предметы гардероба ищите данную вещь, если она вам понравилась. Но несмотря на то, что панамки, они, конечно же, защищают ребенка лучше от солнца, у нас все равно есть одна кепка. Рэм-пацан, у пацана должна быть кепка. У нас вот такая вот кепка с аппликацией Мишки, она у нас из Zara. Ну, в общем, все каким-то образом у нас получилось такое джинсовенькое голубое, но, не знаю, наверное, потому что ребенок у меня блондин, у него голубые глаза, и все это на нем смотрится очень даже красиво, поэтому у меня все такого цвета. И также у нас есть, опять же, на более прохладное время куртка, которую, мне кажется, больше мы будем одевать ближе к сентябрю и в такую раннюю-раннюю осень, потому что она уж такая тепленькая, то есть это такой дождевичок, и он у нас от O Baby. Вот такая вот куртка, нам ее дарила моя подруга Лена. Здесь крабик красивый такой, голубой. И куртка прям такого ярко-красного цвета с такой очень классной подкладкой белой в темно-синюю полоску. Она закрывается сбоку, то есть она такая асимметричная. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот так вот она закрывается сбоку. Вот так вот. Спереди здесь есть карман, очень красивенький, с отделкой из джинса. Да, кармашек действующий. И также на рукавах тоже есть вот такие же голубые манжеты. В общем, в целом, куртка очень-очень качественная, очень классная. Я бы, на самом деле, вот по самому качеству могла бы ее с Реймой сравнить. Потому что у Реймы тоже все дождевики, комбинезоны, все, что можно было бы одевать на ребенка в дождливое время, когда на улице лужи, когда вот он бегает, там резиновые сапоги и все прочее, у них очень крутого качества. И вот эта вещь, она, мне кажется, очень даже похожа на качество Реймы. И так как мой ребенок уже ходит, то у нас в дело пошли, конечно же, тапки и кроссовки. В Ригу взяла всего лишь одну пару кроссовок. У нас дома еще есть Адидасы, но с собой я взяла свои любимые. Это Nike Air Max. Очень красивые кроссовки, я их просто обожаю. Расцветку, модель и то, как они смотрятся на Рэме, это просто чудо чудесных, я прям кайфую. Поэтому взяла эти кроссовки. И здесь в Риге купила ему также тапочки. Тапочки по типу кроксов. Это не кроксы, это какие-то обычные тапки. Просто на кроксы зажала денег. Ее купила в детском магазине Baby City. Что за бренд, не знаю. Ну, в общем, по саду он у меня бегает в этих тапочках, когда асфальт еще не прогрелся или травка мокрая. Тогда я одеваю вот эти тапки, и он в них бегает. Очень здорово, что здесь сзади есть вот такая часть, который держит ножку, задник такой, и эти тапочки не сваливаются у него с ноги. Размер в этом случае 20, и он идеально держится на ножке малыша. Здесь есть где-то сантиметр, полсантиметра запаса. Кроссовки, кстати говоря, у нас 21 размер российский, 22, по-моему, это европейский. У них на один размер отличается. Эти ему немного великоваты, хотя уже в них ходить он нормально может. И также у нас есть сандали, которые мы купили в России. Это какой-то российский бренд, то ли Свобода, то ли Аист, что-то такое. Но их показывать не буду, рассказывать про них тоже не буду, потому что качество у меня не сильно-то довольно. Сами сандали классные, но буквально неделю мы поносили, они уже у него стерлись. Поэтому эти сандали у нас такие сейчас рабочие, в них Рэм носится по саду. Вы мне часто спрашиваете, какие бренды рассматривать. Следующий, который я ребенку буду покупать, это будет 100% либо Геокс, либо Рейма, либо из российских Котофей. У них качество и внешний вид очень даже достойный. Если говорить про обувь, в принципе, здесь нужно учитывать, что если у ребенка нет ортопедических проблем, и такой диагноз может поставить ему только доктор, то нужды в каких-то специальных там супинаторах и прочих примочках для стопы нет. То есть ему можно покупать самые обычные сандали, самые обычные тапочки. Единственное, что нужно учитывать для самых маленьких малышей, которые только-только начинают ходить, так это то, что носик должен быть закрыт, чтобы они просто-напросто не поранили свои пальчики в случае, если они будут на улице падать. Ну а когда они уже
очень стабильно ходит, то, в принципе, и носик тоже может быть открыт. И что, в принципе, касается времени, которое Рэм проводит в саду, и когда он копается, когда он бегает по лужам, носится по грязи, то благодаря тому, что мы живем в частном доме, во-первых, большую часть времени Рэм может бегать либо голый, либо просто в подгузнике, но когда более такое прохладное время, тогда, конечно же, я на него могу одеть самый обычный бодик либо из Next, либо откуда там еще у меня Carter's, и он в этих бодиках носится. Также в магазине Pepco я купила ему несколько треник, то есть это такие треники, которые могут быть испачканы, могут быть, не знаю, испорчены, и жалко не будет совсем, потому что они, как правило, стоят там 2 или 3 евро, и, в общем, ребенок спокойненько может даже в прохладное время по земле в них возюкаться. И, конечно же, те вещи, которые я сейчас показывала, они, понятное дело, не предназначены для того, чтобы ребенок сильно тоже по земле там возился и пачкался, они больше на выход и больше для наших поездок, не знаю, на прогулки в парке, там, к доктору в гости и так далее. Дома, конечно же, мы одеваем вещи попроще и их мораем без всякого сожаления. Ну все, подруги, на сегодня от меня это все. Я рассказала вам про самые-самые классные предметы гардероба моего ребенка в год и 3 месяца. Пишите в комментариях, какие магазины, какие бренды и какие вещи, в принципе, вы любите одевать на ваших детей в этом возрасте. И напишите обязательно, как изменился гардероб ваших малышей, если, например, сравнить его в 6 месяцев и, например, в год и 3. Мне будет очень интересно почитать. Но мы с вами на сегодня прощаемся. Помните о том, что этот выпуск предпоследний перед нашим уходом в отпуск. На весь август я решила взять перерыв и буду с вами общаться только в Инстаграме. Поэтому, если вы хотите наблюдать за мной и моим малышом, подписывайтесь на нас в Инстаграме. Здесь оставлю аккаунт, и там вы сможете ежедневно следить за нашими сторис. И также вы сможете увидеть, чем же мы занимаемся с Рэмом во время нашего отпуска. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Увидимся с вами в нашем следующем и последнем видеоролике до нашего отпуска. Пока!